В опорном вузе края стартовал конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам, рассказывает Алексей Любар. Перед началом конкурса машины помещают на карантин. Это значит, что доработать систему уже нельзя. Робот начал выполнять задание. Он движется вправо по кругу и должен замечать банки. Заметит, подъезжает, проверяет свет. Если черный, катится обратно, если белый, выталкивает. На первом этапе машина решает несложные задачи. На втором участники должны представить свой уникальный проект. Школьники из Ребрихи мечтают возвести в Барнауле раздвижной мост. Для начала мы с Владиславом собираем модель вот этого самого механизма разводного моста. В то время, как наш Дмитрий собирает сам вот эту крышку разводного моста. И потом, когда он быстро кончает, он у нас начинает собирать модели. В этом году на конкурс по робототехнике в Алтайский государственный университет приехали самые одаренные дети со всего края. 60 команд и 120 юных инженеров и конструкторов. И именно сейчас мы закладываем вот те зерна, которые, может быть, прорастут когда-то в поросль, которая поддержит нас, да, то есть которая будет радость, как говорится, нам на старость. Каждый участник конкурса – потенциальный студент опорного вуза края. Сегодня их модели просто сбивают кегли, но уже через несколько лет, возможно, будут строить, ремонтировать и даже спасать жизни людей. Алексей Любар, Алексей Леоненко, Вести Алтай.